Студенты Пензенского государственного университета тем временем завоевали две награды на 29-м фестивале «Российская весна. Весна открытий», который прошел в Нижнем Новгороде. Для молодых людей это была уже третья попытка прославить сурскую столицу на уровне страны, и в этот раз она увенчалась успехом. Сергей Митрофанов стал победителем в номинации «Академический вокал». Он исполнил арию из третьего акта оперы Пуччини «Тоска». Российская студенческая весна стала нечто большим, чем конкурс. Это все-таки такой праздник студенчества, я бы сказал. Возможность повеселиться, отдохнуть, познакомиться с интересными людьми, провести хорошо время, научиться чему-то новому. Ну и как раз уже на втором плане конкурс для меня лично сейчас, в данный момент. Это праздник, это фестиваль, и надо взять от него по максимуму. Хотелось бы, опять же, обратиться к руководству, чтобы у нас все-таки расширились номера и добавились участники. То есть не только мы вот как вот такой вокальной группы в этом году поехали на студенческую весну. Хотелось бы, чтобы у нас были и танцевальные направления от нашего региона представлены, и такие направления, как театр, можно было тоже с собой свозить, потому что у нас есть отличные театральные студии, студенческие. Всего в фестивале «Российская студенческая весна» приняли участие более 3500 юношей и девушек. Их творческие способности оценивали более 60 экспертов. В итоге в общекомандном зачете победа досталась Саратовской области. 30-я по счету студвесна страны пройдет в Самаре в 2022 году.